Мой отец, Наумов Михаил Александрович, родился в 1926 году в поселке Жигалово Иркутской области. В 43 году, в 17 лет, добровольцем ушел на фронт. Воевал на Белорусском фронте, был участником освобождения Белоруссии. С боями прошел Польшу, был дважды ранен. Участник штурма Берлина, отмечен орденом славы и медалью за взятие Берлина. За боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны, 2 орденами Красной Звезды, а также 20 боевыми медалями. Окончил войну в звании младший лейтенант, но продолжил службу в вооруженных силах. Вышел в отставку в звании генерал-майора. В наше время западные политики желают переписать историю Великой Отечественной войны и роль Советского Союза в освобождении от фашизма. Поэтому память о подвиге наших отцов должна передаваться из поколения в поколение и жить в наших сердцах в веках.